Сегодня проходит международный турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа Open Харьков 2017. Это пятый юбилейный турнир. Первый турнир состоялся в 2013 году. С тех пор каждый год в апреле в Харькове проходят подобного рода мероприятия. Стоит отметить большое количество участников, как в троеборье, так и в жиме лежа. Существенно обновится сетка рекордов Украины. Так, Бобров Андрей уже установил рекорд Украины в весовой категории до 67,5 килограмм. И дальше в сотой категории, я думаю, в 125-й будут новые рекорды. Мне через месяц будет 66 лет. Для этого вида спорта возрастных ограничений нет. То есть можно заниматься и с раннего возраста. Сейчас есть такие как бы примеры, которые детки 13 лет, 14-15 уже поднимают, даже раньше участвуют в соревнованиях. Главное — разумный подход. Хочу сказать, что это не самое плохое занятие, как бы особенно для мужчины. И молодому поколению хочется пожелать, чтобы меньше занималась вот этим компьютерами, всеми вот этими настольными играми, а больше ходила в спортзал, больше обращала внимание на свое здоровье. Сегодня выступала в соревнованиях по жиму лежа в Федерации по пауэрлифтингу RAF100. Пожала 80 килограмм, что для меня есть хорошим результатом. В дальнейшем собираюсь выступать и ставить новые рекорды. Пауэрлифтинг является для меня неотъемлемой частью в жизни. Это не только мое хобби. Выражаю благодарность Федерации всем, кто ее организовал, за хорошую поддержку и организацию турнира. Сегодня я приехала поболеть за своего брата, который выступает на этом турнире. Это очень интересный вид спорта, тут такие сильные мужчины. Мне понравился этот вид спорта, поэтому я всегда буду ездить с моим братом на соревнования и буду его поддерживать. Я услышал, что в Харькове проводится турнир по жиму лежа. Решил принять в нем участие. Мой тренер Андрей Кафанов меня подготовил. Я выступил, я своим выступлением доволен. Я занял призовое место. Мне очень понравился данный вид спорта. Я буду продолжать выступать и еще упорнее буду тренироваться.